Все изменилось. Не могу определить, что не так. Хотела купить камешки, не получилось. Появились идеи, трудно реализовать. Вам необходимо расслабиться. Расслабиться и отдохнуть. Вы так много перегружаете себя. Если вот сейчас просматривать вашу жизнь, то вы так много бросаете туда ненужной информации. Первое, второе, третье, и вновь, и вновь, и вновь. Зачем вы смотрите так много новостей? Они что, вас кормят? Но они создают такую кашу в голове, что вы не можете сосредоточиться, ни чем вам заниматься, ни что вам делать. Почему? Но как же вы можете сосредоточиться, если там вообще не нужна информация? Вам нужен информационный голод. Выключайте телефон, не смотрите новости, просто выходите и гуляйте. Делайте это ежедневно на протяжении 7 дней, и вас отпустит. Делайте медитации, садитесь на выдохе хо, на вдохе со. И с открытыми глазами, или на выдохе со, на вдохе хо, все равно. И это приведет вас к тому, что у вас появится, или на выдохе на вдохе ах. Таким образом у вас полностью изменится восприятие. А так ничего не произойдет. Почему? Так там в голове у вас голова вот так качается от огромного количества информации. И вся информация, она как мешок, и вся ненужная. Где вы ее успели в таком количестве собрать? И вся информация вообще, это чепуха просто. Агрессивная чепуха. Как же ж вы там сможете среди такого большого количества этой чепухи что-то найти? Не понимаю.